Инстаграм удаляет самые популярные посты. Я свои посты никогда не удаляю. Опять удалил пост. В правилах ничего такого, что нарушает моя обложка или мой пост, просто нет. И это не только я заметила. Всем привет, я Элли Ди, со мной моя собака Джина и мой кролик Эльза. И сегодня мы поговорим с вами о том, как и зачем Инстаграм удаляет мои посты. Подписывайся на мой канал, а мы начинаем. Все началось с того, что я однажды зашла в свой Инстаграм о питомцах Элли Ди Пэтс и увидела, что моего поста с конкурсом, с розыгрышем просто нет в моем инстаграме. Он проходит уже очень давно, и этому конкурсу уже, наверное, месяцев 7. Каждую пятницу это проходит, и всегда все было нормально. Тут я просто захожу и не верю своим глазам. Поста нет. Это было на майских праздниках, кстати. Причем все остальные посты с конкурсами у меня как висели, так и висят. Все нормально. Разница между этими разными конкурсами только в цифрах. То есть, допустим, там конкурс 25-26. Это был конкурс 36, который удалили. То есть 35-й, 34-й, все, что было до этого, все висело в целости и сохранности. То есть, получается, Инстаграму чем-то не понравилось число 36, что ли? Я даже не знаю. Когда я зашла в Инстаграм, я увидела просто висевшее большое сообщение, такую как большую статью, в которой было написано правила типа использования Инстаграма. В правилах ничего такого, что нарушает моя обложка или мой пост, просто нет. Вообще ничего, я прочитала раз, два, три, думаю, ну что-то же я должна была нарушить. Но нет, этим еще не закончилось. Почему я снимаю сейчас ролик? Потому что я увидела еще одно удаление поста, но уже с моего лайв Инстаграма. Однажды на моем лайв-канале я опубликовала видео о том, как были сняты и зафиксированы звуки в земле. Наши советские ученые бурили скважину, и на глубине 11 километров или там 12 они записали звуки. И видео называется «Дорога в ад». Непосредственно в этом видео я не стала вставлять эти звуки, потому что подумала, что кто-то, может быть, просто не готов их услышать, и сказала в ролике о том, что саму вот эту аудиозапись я выложу в свой Инстаграм. Ну, кому интересно, кому любопытно, те и послушают. И вчера я замечаю, что на моем канале приходит комментарий о том, что «Элли, а куда ты делала запись из земли? Где это? Почему ты сказала в ролике, что вы можете послушать в Инстаграме, дала ссылку, а по ссылке ничего нет?» Опять удалил пост. Я была просто в шоке. А самое интересное, знаете что? То я точно знаю, что именно вот эта аудиозапись, которую я выложила в свой лайв Инстаграм, это самый популярный пост в моем лайв Инстаграме. То есть я захожу в свой лайв Инстаграм, чтобы проверить, что там с этим постом, и его просто нет. Молча. Уже без каких-либо оповещений и статей о правилах использования Инстаграма. Вообще, просто удалили самый популярный пост в моем Инстаграме. Сейчас я продолжу тему с Инстаграмом, просто я отвлекаюсь на кролика, за ней сейчас нужно присматривать. Дело в том, что я нашла у нее опять повторно шишку, мы ей же делали операцию, кто вот смотрит Pets, мой Pets канал, они знают об этом. Сейчас я опять обнаружила шишку, просто вообще нахожусь в шоке, но не могу ее оставить одну, поэтому сегодня она тут. Ссылка на мой Pets канал в описании под этим видео, там вы можете увидеть ролик, как я обнаружила. Сегодня, кстати, я там брила ей пузо, чтобы посмотреть вот саму эту шишку. Так вот, давайте вернемся к Инстаграму. Инстаграм удаляет самые популярные посты. И это не только я заметила. Я заметила, что не у меня одной такая проблема, у других блогеров тоже. Причем в основном это аккаунт, у которых больше там 100 тысяч подписчиков. У меня в моем лайв-аккаунте в Инстаграме 140 тысяч подписчиков. И вот, видимо, я попала в какую-то вот эту когорту. Надо удалить самый популярный пост. Почему Инстаграм удаляет самые популярные посты? Я сделаю так. Я заново опубликую этот пост. Эти звуки из ада, то, что было снято нашими советскими учеными, я это опять опубликую и посмотрю, что будет, потому что получается нечестно. В том ролике я говорю о том, что вы послушайте это по ссылке в описании, а там ничего нет. И я теперь эту ссылку поменяю и опять перевыложу. И ссылку на этот пост я оставлю в описании прямо под этим видео. Кому интересно, посмотрите. Кто хотел посмотреть и не смог посмотреть из-за удаления этого поста, вы тоже можете послушать это, потому что это любопытные, интересные факты. И да, этот пост вообще никак не нарушает правила Инстаграма. Просто вы можете послушать, что творится под землей. Это абсолютно не опасно. Это просто, немножко страшно, жутко, но и любопытно. Потому что такой факт как бы есть на самом деле. Вот, например, в мюзикле ничего не удаляют. Все клипы у меня как есть, так и есть, кстати. И на мюзикле мой тоже подписывайтесь. Там клипы каждый день я публикую. Со мной и с Джинкой тоже. Мой аккаунт в мюзикле называется _LD. Жду вас всех. Ребята, подписывайтесь на мой Инстаграм, если вы увидите, что у меня там случайно были удалены посты. Знаете, это не я, это дело
делает Инстаграм. Потому что Инстаграм — это моя как бы жизнь в Инстаграме. Я публикую там фотки своей жизни, жизни своих питомцев. Это обычная страничка просто человека, человеческая жизнь. И как просто брать и удалять какую-то часть из этой жизни, как-то странно. Я свои посты никогда не удаляю. Если у вас была аналогичная ситуация, ваши посты тоже удаляли, ну, снимите тоже об этом видео. Может быть, если все массово снимут, Инстаграм это увидит и поймет, что у них либо какой-то глюк, либо у них там работают кто-то некомпетентный, кто удаляет посты. Подписывайся на мой канал и увидимся в новых роликах.